Необычный подарок ко дню рождения столицы приготовили артисты театра «Астана-Опера» – балетный спектакль «Баядерка под открытым небом». Балет «Феерию», который будет сопровождаться эффектным световым шоу, зрители смогут увидеть уже завтра на площади перед Дворцом Независимости. В основе сюжета популярной постановки лежит любовный треугольник – нежная баядерка Ники, храбрый воин Солар и гордая дочь Раджи Гамзати. Главные партии исполнятся звезды казахстанского балета Мадина Баспаева, Таир Гатауф и Гаухар Усина. Всего в спектакле задействовано около 120 артистов. В создании постановки принимали участие легендарный сценограф Эцио Фриджерио, а над созданием костюмов трудился лауреат премии «Оскар» Франки Скорчепино. Специально для выступления под открытым небом организаторы построили сценическую площадку, на которой будут воссозданы роскошные индийские дворцы и таинственные храмы, утопающие в тропических джунглях. Единственное, чего боятся артисты, так это плохой погоды в день их выступления. Балет, мы зависим от всего. Мы зависим от качества пола, от музыки. А так как пол линолеум, если попадет хотя бы капля воды на линолеум, сцепления вообще нет. Это как на льду. Это очень опасно для артистов. Можно получить серьезные травмы. Вот поэтому мы волнуемся. Ну и плюс, конечно, мы раздеты. Приключения, так скажем, приключения, но это часто практикующаяся такая вещь. Мы тоже, вот, когда вы работали в Мариинском театре, часто ездили на гастроли, танцевали на открытых площадках. Сцену мы сделали 24 метра шириной, 17 метров глубиной. Подняли кулисы 13-метровой высоты. Очень большой проекционный баннер у нас в фронтальной проекции на самом здании. Это 80 метров в ширину, 20 метров в высоту. Зрительскую зону сделали на 1400 мест. То есть постарались, чтобы день рождения города был украшен таким праздничным спектаклем.